Компания «Аэрофлот» предложила создать первую в России платформу по гармонизации международных и национальных требований противодействия коррупции. Инициатива прозвучала на конференции Генеральной прокуратуры. В рамках проекта планируется провести аудит зарубежных стандартов противодействия коррупции для их последующего внедрения в антикоррупционную политику российских компаний. Кроме того, будут выработаны конкретные решения для оптимизации российского законодательства на основе лучших мировых практик противодействия коррупции. Мы предлагаем всем государственным органам и крупным международным организациям поддержать позицию Аэрофлота и организовать единую платформу, на которой мы будем обсуждать важный вопрос транснациональной антикоррупционной политики. Цель платформы – это разработка методики для адаптации антикоррупционной политики наших компаний к международным стандартам и разработка конкретных предложений по оптимизации российского законодательства. Как вариант, мы планируем создать такую платформу на базе одного из лидеров объединения деловых кругов Международного конгресса промышленников и предпринимателей. По словам Александрова, сейчас, выходя на международные рынки, российские компании вынуждены выстраивать антикоррупционную политику с учетом требований различных стран и юрисдикций, которые нередко противоречат российскому законодательству. Глобальная стратегия Аэрофлота позволит гармонизировать международные и национальные стандарты противодействия коррупции для всего бизнеса России. Реализация инициативы усилит позиции отечественных компаний на международном рынке и повысит их инвестиционную привлекательность. О том, что успехи в антикоррупционной работе обеспечивают экономический и инвестиционный рост, говорил и начальник по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Александр Русецкий. Эта конференция – уникальная возможность устранить имеющиеся сомнения и разногласия в вопросах применения антикоррупционного законодательства, получить ответы на интересующие вопросы, обменяться опытом. По итогам мероприятия будут подготовлены рекомендации по совершенствованию законодательства о противодействии коррупции и сборник материалов конференции. И, конечно, надеемся, что всеобщий антикоррупционный настрой, царящий в зале, и нацеленность на решение общих задач будут способствовать не только эффективной плодотворной работе на этой площадке, но и создадут хороший задел для формирования атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям. В 2020 году «Аэрофлот» представит широкой публике глобальную дорожную карту по реализации антикоррупционной стратегии. Она будет разработана при участии крупных российских компаний, работающих за рубежом, международных организаций и государственных органов.